Ребята, привет! Всем доброго утра! Как вы думаете, куда мы сегодня едем? На Коб! Не смотрите на мою такую помятую, еще сонную рожу. Поедем в новое место. Вернее, в старое, но рядом вчера приметил полянку. Разведаем ее, а там посмотрим. Может быть, если там не так все будет гладко и хорошо, поедем еще в одно место. Раннее утро, темно, туман. Вот, поэтому нас ждут приключения. Ну и думаю, хорошие находки. Смотрим, не переключаемся. Ребята, мы на месте. Вот моя физиономия. Вот, смотрите, поле выкошено напрочь. Под ноль. Только копай, красотища. И был такой сигнальчик 36 ровный. И вот такой вот снаряд из нержавейки я выкопал. Не знаю, что это такое. Обычная трубка, но похоже, как у меня на ручке, только побольше. Сейчас мы его выбьем, если жители местных не разбудим. Посмотрим, что это такое. Да, обычная такая втулка из нержавейки. Ну что, возьмем, пригодится в жизни. Увесистая. Ладно, до следующего сигнала. Смотрите, одно удовольствие, только копай, докопай. Ребят, сигналов много, но пока хороших сигналов нет. Просто вот решил перекурить и показать красивый восход. Смотрите. Встает солнце красное. Выкошенное поле. Ровное. И легкий туман. Это говорит, что осталось до осени совсем немножко. Ну ладно, смотрим, не переключаемся, ищем дальше. Да, ребят, что-то ни хера не попадается, кроме выкопал вот такую вот емищу. О, сам ушел закопать и выкопал вот эту мангулу, блин. Какая-то запчасть. Потратил только время. Ну ладно. Панорама красивая. Время 7 часов. Солнце уже начинает печь. Ладно. Ищем дальше. Закапываем ямки обязательно.
ребят. Был такой сигнальчик. Да-да. Сигнальчик. Что тут скажешь? На самом деле был не сигнал, даже не сигналик, сигнальчик. В общем, нашел вот такой разъё какао. Походу денежка. Расплющитый какой-то. В общем, находка ни о чем. С этой стороны вроде орел прослеживается. Какая-нибудь денежка. Ну ладно, вот видите, мой след виден, как я хожу. Вот это расстояние я уже прошел. Вот. Пойдем туда выше. Туда, вот к тем деревьям. А то скоро опять жара наступит. Вот. Так что смотрим, не переключаемся. Авось повезет, как скажет один мой комрад. У него свой канал. Авось повезет, Серега. Ну ладно, смотрим дальше. Короче, пацаны. Уматываю я с этого красивого места. Там вон церковь. Вот. Вообще ничего нету. Одна проволока, блин. Ну и та драная монета, которую я нашел. Еще непонятно какая. Скорее всего, галыш-какыш. Так что сейчас я немножко перекушу. И отсюда еще пару километров отъеду на старое местечко. Похожу там часа полтора. И все. И на сегодня будет все. Потому что жара уже никуда, в такую жару никто и собаку не выгонит. Все, ладненько, не прощаюсь. Вот, смотрите за мной обзор. Тут вот лопушатник какой-то с пухом. Там, если видно, церковь за ним. Так что давайте. Тут я пока ничего хорошего не нашел и не увидел. Так, пацаны, я уже на новом месте, травы по жопу. Вот, был уже один сигнальчик. Был сигнальчик, я его как бы решил взять. Сейчас покажу. Не знаю, что это. Может, вы подскажете.
Вот такая вот хрень. Тяжеленькая. Может быть, гирька какая была. Вот. И был сейчас еще один сигнал. Ну, такой проволочный. И вот из ямки выскочила вроде бы конинка, что ли. Да, маленькая конинка. Маленькая, аккуратненькая конинка. Вот такая вот появилась на белый свет. Ну что ж, хоть это еще находка. Ладно, может что-то еще будет в этих зарослях бамбука, покажу. Копать, конечно, очень сложно. И жара, и травы вожжа. Ладно, смотрим дальше, не переключаемся. Ну что, пацаны, лазил. Ничего интересного. Были всякие сигнальчики колес пепелац. Вот типа вот такого. Не знаю, какого механизма. Вот. И был сейчас сигнал. Довольно-таки привлекательный, но... Вот. И вот такая штука выскочила. Древнегреческая. Что-то типа тоже конины, наверное. Какое-то украшение чего-то. Это сломанное. Такие дела. Ладно. Ищем дальше, смотрим дальше, не переключаемся.